Посольство России в Вашингтоне направило ноту в адрес Госдепа США в связи с арестом нашей соотечественницы Ольги Пиманова. Установили в аэропорту Чикаго 2 недели назад, когда она приехала сдавать экзамены в местном университете. Поводом послужил иск ее бывшего мужа-американца, обвинившего ее в том, что она в конце 2014-го увезла в Россию дочь. При этом девочка, которой сейчас 3 года, появилась на свет на территории нашей страны еще до того, как Ольга вышла замуж, и гражданства Соединенных Штатов не имеет. Более того, их супруг никогда не претендовал на отцовство. В соответствующей графе в свидетельстве о рождении стоит прочерк. И, как подчеркивают российские дипломаты, никаких оснований для предъявления претензий быть не может. Тем не менее, женщину на несколько дней поместили в СИЗО. Информацию о том, что она задержана, мы получили от родственников, то есть, по сути, из России. И официальных данных, официальных документов каких-то от американской стороны мы до сих пор не получили. Вот, несмотря на то, что соответствующий запрос отправили. Российским законодательством, в принципе, не предусмотрено вот такой вывоз ребенка за границу для того, чтобы там каким-то образом с ним решался вопрос об опеке над ним. Сейчас россиянка находится в США под домашним арестом. У своей подруги на нее надели электронный браслет. В американском внешнеполитическом ведомстве сложившуюся ситуацию не комментируют.